Buongiorno tutti, здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду вам представить наш седьмой китайский сехоюй. Лина Цзешао Джонгуа да сехоюй. Автор и переводчик с итальянского Лина Ундина, это я. Спасибо, что вы меня смотрите. Не забывайте подписаться на канале, чтобы иметь право снять материал, который я ложу для вас в комментарии. Итак, если вы уже сняли материал, мы можем начинать наше путешествие. Первая точка – это презентация наша седьмой сехоюй. И он такой: «Да по шаго вэн дао ди». Или я написала там две формы, потому что есть разница, один иероглиф, вы увидите в материале. Вторая точка – это значение. Значение этого сехоюя значит расспрашивать до мельчайших подробностей, идем, докапываться до сути дела, тоже идем, есть игра слов, этот сехоюй, амонимы как when, это глагол, спрашивать, и when, это имя, значение, со значением разбивание трещина. В буквальном смысле значение разбить кастрюля на куски, чтобы увидеть, если на дне трещины. Третья точка – это иероглифы. Да, по – значит ломать, разбить, ломать на куски. Шаго, я там дала две формы, вы можете их увидеть. Кастрюль, глиняная посуда, горшок. When – это глагол допросить, допрашивать, допрашивание. When – как имя, разбивание, трещина. И дауди – идти до конца, дойти до конца. Четвертая точка – это употребление. Этот сехоюй употребляйте как предикат, атрибут или как дополнение. Я буду прочитать вам три изречения. Я еще не попробовала их перевести. Если вам получится, вы можете меня посылать ваши переводы. Если вам интересует, конечно. Если нет, наверное, я буду это сделаю в будущем. Мой адрес имейл вы можете найти в этом канале на информации Галина Иванова точка Георгиева Airbase или это Чочула gmail.com. Окей. Так вы найдете на канале. Я буду начинать с наших три изречения. Та дуэй ци дзи пу дон ши чин зон ши да по ша гуо вэн дао ди. Джи дао ван чуан дон лао вэй джи. Второе. Джи дзян ши чин та ши дзай пу бен шуо. Ни дзю пу яо да по ша гуо вэн дао ди. Ран та вэй нан ло. И третье изречение это «Мейо да по шагуо вэн дао ди да джин шэн, шэ цзо пу хао кэ сюэ ян чё гон цзо да». Наша пятая точка – это выражения. Вы немножко их уже услышали, эти изречения, но я буду прочитать еще один раз. Первое выражение это «Цон шэ да по шагуо вэн дао ди». Второе. Си хуан да по шагуо вэн дао ди. Третье. Да по шагуо вэн дао ди да джин шэн. Да по шагуо вэн дао ди да тай ду. И наша шестая точка – это итальянские выражения и пословицу, которые близкое значение. Да по шагуо вэн дао ди, как я уже написала, это значит – расспрашивать до мельчайших подробностей, докапываться до сути дела. А на итальянский одно из значений это «andare al sodo». Синонимы выражения «andare al sodo» как следует.
Для, venire al dunque, arrivare al dunque, venire all'ergo, arrivare all'ergo, venire all'argomento, arrivare a quello che interessa, arrivare al momento decisivo, essere o trovarsi al dunque, Anna Kitaisky, это Zai Guanzian de Shik. Это значит на русский ключевой момент, решающий момент. Потом есть другой синоним, Zui Zhon, которое значит в конце концов, в конечном счете, в результате. Shi Zhi по существу, сущность. Для venire al punto, venire al sodo, venire al fatto. Это Dan Dao Zhi Ru. Venire al sodo, venire subito al punto. По-русски это значит прямо в лоб или напрямик, решительно. Для stare al qua, tornare al qua, venire al qua, venire al sodo. Это Dian Yao Dian. Объяснять основной пункт, суть, существо, дело. А потом другой синоним, который на китайский так. Jin Ru Jen Ti. Radice o fonte di cose. Вступать, входить в основная тема. И Jen Zien Sie. Colpire nel segno. Попасть в самую точку. Не в бровь, а в глаз. Это тоже синонимы. Для trovare il nocciolo della questione. Venire al nocciolo della questione. Capire il nocciolo della questione. Essere il nocciolo della questione. Синонимы на китайский это Ziao Dien, punto focale di un argomento, cuore, nocciolo, focus. Собирать в фокусе, фокусная точка. Другой синоним это John Dien, il nocciolo della questione, ключевой пункт, главный решающий момент. Yao Dien, это другой синоним. Суко, основной пункт, важное место, важная сторона, ключевая позиция. Хэ син, il nocciolo della questione, сердцевина, ядро, суть, центр, сущность. Для focalizzare, individuare il punto fondamentale, determinante, punto fondamentale, синонимы на китайский это Ген бен диэн, корень, точка основания. John Sin Dien, il centro di un problema, центр, середина, самое главное, соль, фокусная точка. Для badare al sodo, badare alla sostanza, tenere presenti, considerare solo gli aspetti veramente importanti di un problema, di una questione, tralasciando i dettagli. Shi Zhi, это мы уже говорили, essenza, sostanza, по существу, сущность. Для venire al redderazione, venir chiamato al rendiconto, dover fare i conti. Guei gen zie di. Это то же самое, но три варианты. Для этого второй это Guei gen zie di. И третий это Guei gen dao di. Со значением в конце концов, в конечном счете, в конечном итоге. Чиндиен это синоним, дон, это донце, это глагол. Фаре инвентарио, фаре и конти, инвентаризировать, подсчитывать учет. Следующий синоним это чиу хо суанджан. Фаре и конти допо и раколто аутуннале. Это значит attendere la fine di un movimento politico per sistemare i conti con i capi o le masse. Расчет после реализации или цыплят по осени считают. На болгарский тоже так говорят. Суанджан это тоже синоним. Fare i conti, bilanciare i conti, mettersi in pari con qualcuno. Fare i conti, вести учет, подводить итог. И последнее выражение это Jie Suan Jan Mu. Fare i conti, окончательная плата. Окончательный расчет, подвести баланс в банке. И с этого я уже окончила моя презентация. Спасибо вам для внимания. Оставайтесь дома, пожалуйста, берегите свое здоровье и здоровье ваших близких.
И я желаю вам всего хорошего и до следующего раза. До свидания. Зайцен.